здесь нет тренеров, здесь ты сам себе тренер. Стрит-воркаут, или в переводе на русский «уличная тренировка», приобретает в Назарово все большую популярность. Мастерства в новом виде спорта добиться, как говорят сами ребята, довольно легко. Достаточно общей физической подготовки и никаких специальных упражнений. Хотя некоторые из трюков выглядят фантастичными. Кажется, еще чуть-чуть и будет вывих. Но, к счастью, обходится без сильного травматизма. Увидели ролики в интернете. Нас заинтересовало, мы тоже захотели заниматься. Стали заниматься, вот. Привлеклось много народу. Всем интересно, все хотят заниматься. В Назарово стрит-воркаут ребята впервые опробовали на себе год назад. Сегодня этим спортом занимается порядка 30 человек. В основном это подростки 14-16 лет. Мальчишки из разных школ и районов города. Ребята практикуют несколько направлений. Силовые упражнения, гимнастику, джим-бар. Колумбийский стиль, который отличается пластикой и красотой. Наши юные герои в отличной форме. Раньше ты таким маленьким хлюпиком был, сейчас они видят физическую форму. Не так давно в Красноярске состоялся открытый сибирский чемпионат по стрит-воркауту. Наши ребята не заняли призового места, но многому научились. Сегодня они оттачивают технику в этом виде спорта. Для самого себя, для показать, что ты можешь. И, естественно, показать другим. Привлечь внимание, чтобы занимались люди спортом. Чтобы не пили, не курили, а занимались спортом. Возможно, многие вспомнят молодость и тренировки на турнике. И пусть сейчас у простых и сложных гимнастических упражнений новое название. Главное, что молодежь увлекается спортом. Александра Арепьева, Дмитрий Шевцов, телеканал «Пирамида ТВ».